И мы знаем, что 1 марта уже этого года вашей студии Morgan Film исполнится 15 лет. Да. А про саму студию мы сейчас вернемся. Вы прислали нам короткий ролик, который подготовили как раз-таки к дню рождения вашей студии. Давайте его посмотрим. 60 лет. Что вы ей пожелаете? Что вы ей подарите, хотелось бы. Morgan Film и бесконечные новости. Дорогие, я желаю вам неравнодушия к этому миру. Будьте пытливыми, будьте оперативными и стремительными, потому что сейчас время тех, кто очень быстро соображает, принимает решения и совершает поступки. Я пожелаю, ну, если бы я была Яндекс Алисой, да, то я бы сказала так. Дорогие друзья, я желаю вам идти уверенной, смелой походкой, врываться в эту жизнь, ничего не бояться. Киностудии Morgan Film я желаю... И передачи «Бесконечные новости». Киностудии Morgan Film и «Бесконечным новостям». Бесконечным же, да? Да-да, «Бесконечные новости». Киностудии Morgan Film я желаю повышать планку качества. Всегда, всегда и всем я этого желаю, потому что нельзя на чем-то останавливаться. Надо двигаться дальше. Новости. Мы делаем шоу, фильмы, скетч-шоу. Также участвовали в Королев ТВ, на Первом канале, передача «Вечерний орган», КВН, высшая лига. То есть дети у меня активные, участвуют. А я хожу на кружок киностудии «Бесконечные новости». Мне вот там очень нравится. Наши любимые «Бесконечные новости» — это самый лучший и мой любимый кружок. Мы там снимаем всякие программы, устраиваем мероприятия. В медиа-студии можно научиться новым вещам. Шоу всякие, КВН снимаем.